привет. Мы находимся в Марине Горачика, острова Тенерифе. Значит, находясь в Марине, сосед долго изучал всякое мое рукоблудство, а потом пришел и попросил отремонтировать с десяток вот таких вот выключателей, которые находятся на электрической панели управления многих лодок. Казалось бы, что проще? Выбросил сломанный, поставил новый и не паришься. Но, как оказалось, не все так просто. Самая дешевая стоимость, которую ему удалось накопать в интернете, 38 евро за штучку. При этом нужно еще и выписывать, ждать, пока пришлют. А покупать другие тоже не вариант. Придется перепиливать панели, а это будет еще дороже. В общем, сейчас я попробую их ремонтировать и заодно попробую показать вам. Вдруг это кому-то будет полезно. Поехали. Итак, ремонтировать я их попробую по методу Стаханова. Они есть двух типов. Значит, вот такие сдвоенные и одинарные. Одинарные только теплушечная защита, а здесь еще и электромагнитная есть, кроме тепловой защиты. Значит, для того, чтобы их разобрать, они собраны на тонких заклепках. Нужно заклепки рассверлить. Я их ремонтировать сегодня буду по методу Стаханова, то есть быстро и сразу три штуки. Я их уже 7 штук ему отремонтировал. Это остатки. Значит, электромагнитные отличаются тем, что у них между выключателями успаренных есть еще и вот такой вот флажок, который размыкает обе группы. Вне зависимости от того, какой из автоматов сработал. Разбирать я буду сразу оба, даже не оба, а три. Чтобы ускорить процесс ремонта. Время, оно как бы тоже не безразмерное. Эти два готовы к разборке. Итак, все три разобраны. Осталось их аккуратно вскрыть. Начнем, наверное, вот с этих. Они поинтереснее немножко.
разбираем и видим прежде всего вековую пыль. Я думаю, что именно эта пыль основная причина, почему они ломаются. Значит, тут есть две хитрые пружинки. Вот здесь вот очень тоненькая. Ну вот в этих электромагнитных она немножко получше держится, а в тепловых чуть похуже. И вот эта вот, которая возвращает сам рычажок в выключенное состояние. Вот нужно с ними очень аккуратно обращаться, чтобы они не улетели. Потому что найти такую пружину будет нереально. Причина неработоспособности в том, что вот здесь вот была пластиковая ось, которая сточилась, видимо, как раз таки из-за того, что в выключателе много пыли. И когда она стала тонкой, она просто обломилась. Сейчас мы ее будем восстанавливать. Значит, я долго думал, что можно использовать в качестве оси. И не придумал ничего лучшего, кроме как использовать самые обычные зубочистки. Вернее, не совсем обычные. Зубочистки я использовал бамбуковые. Они значительно прочнее березовых и значительно надежнее. Значит, первым делом удаляем пыль, далее берем тоненькое сверлышко и аккуратненько засверливаемся по центру сломанной оси. Одна готова. О, а тут вторая ось живая. То есть мы ее и не будем восстанавливать. Вот так вот она должна выглядеть. Вот эта часть изнашивается и обламывается. После нахождения центра берем сверло потолще и просверливаем уже насквозь. Вот получилось такое аккуратненькое отверстие. После чего мы это отверстие рассверливаем уже сверлышком номинального диаметра, чуть меньше 3 мм. Диаметр сверла я подобрал таким образом, чтобы он очень плотно позволял вставить зубочистку. Вот она вставлена очень плотно. И далее мы ее сейчас обрежем лишнее.
Вот лишнее я обрезал. И теперь буду примеряться по толщине. Вот ее немножко много, поэтому я ее сейчас аккуратненько спилю. Еще буквально десятую долю миллиметра. Вот получился вот такой вот аккуратненький шпынек. Сидит он плотно, никуда он не денется. Вот он имеет толщину вот этого пластикового поводка. Второй ремонт не потребовал, поэтому мы его просто собираем и вставляем на место пружинки. Эти пружинки одеваются очень легко, без малейших проблем. Ну и закрываем крышки. Это ремонтированный. Это просто протертый от пыли. Важно не потерять вот эти вот гаечки, иначе их потом будет невозможно установить в панель. Все. Ремонт закончен. Вот у нее есть такое интересное положение, то есть она должна отсекать, уметь его. Если правильно вставлено, то все собирается буквально мгновенно. Вот, в принципе, и все. Далее осталось вот сюда вот вставить два длинных болтика, 4, диаметром М2, и стянуть с помощью гаечки. И я думаю, что эти выключатели проработают еще лет 30. Этот не имеет электромагнитного расцепления, но зато имеет некоторую особенность по сборке.
Особенность состоит в том, что снимать нужно обе пружинки. Почему? Потому что вот эта, она все равно соскакивает. И чтобы ее не потерять, то лучше ее снять. Вот мы видим, что здесь ось поломана. И мы ее сейчас точно так же восстановим. Круто и резво. Точно так же начинаем с тоненького сверлышка подбираться к центру. На пару десяточек я, может, в центр не попадаю, но это не смертельно. Прямо супер точность здесь не нужна. Чистовой размер. Вот все. Вот видно, что я ее с большим трудом вставляю, то есть она садится в натяг и поэтому никуда не денется. Чтобы облегчить себе процесс сборки, я поступлю вот так вот. Таким образом я получил шпынек, который выступает на нужную высоту уже автоматом. А с этой стороны подрезаем его и отламываем. Осталось все это аккуратно собрать. И вот тут проявляется та самая особенность. То есть нужно сначала одеть пружину возвратного рычажка. И только потом одевать вот эту. Дело в том, что на выключателях без электромагнитного расцепителя почему-то эта пружинка держится значительно хуже и всегда слетает при разборке. Поэтому я приспособился ее вставлять в последнюю очередь.
Вот мне удалось ее посадить. И главное в момент сборки, чтобы она не соскочила. Итак, мы только что собрали 3 выключателя с термической и электромагнитной защитой. Пишите, интересны ли вам подобные ролики. Если нет, то почему? И что бы вы хотели видеть на канале. Всем пока!